года два можно ходить. Да, прям, я выкину сразу один. Кайф, хорошо. Две пары точно такие. Может, это не куртка, не найти. Ну да, а если опять стоит, то купим два правых. И опять будем ходить. Причем не обязательно, такие же, главное, чтобы черные были. Бери много это поместье, мне радует, еле уместили. Что... Мне на колени можно и чем еще. О, еще чуть хватало, столько чехлов, мучается. А Юра, он почти пустой, представляешь, вот он держит плохо. А так бы мешок на навоз да уже был. Нужно такое отдыхание. Он посмотрел. Сейчас. Только меня не снимай. Да. У меня лицо очень злое. Корова, да? Мам, идет видеозапись, не мурчи. А что, со звуком? Ну а то. А что ж ты к Маше не снимем это? Ну вот, тетя Маша тоже. Двор. Да это тетя и Маша. И двор. А что, нормально? Тетя Маша всегда мечтала увидеть Хантер. Она мне еще лет 15 тому назад говорила, что дорогу на Синглтон ты мне обязательно применишь. Бычки племенные. Она хотела их увидеть. Я тебе говорю, слева будут. А наш животновод. Знатный. Маша, да? Она, говорит, всегда мечтала от лесных бычков. Мечтать можно. Только делать она в жизни, когда не делала и не имела, и не видела. Мы быка-то рядом никогда не видели. На веб-сайте уже картинок 20 твоего двора. И код там даже есть, ну, еще картинок 20. Ну, тетя Маша не нужна веб-сайты. Она компьютером не пользуется, в интернет никто не выходит. Тетя Маша, бычки, вот сейчас мы их заснимем. Не ври, она их боится. Зачем врешь? Поэтому она и решила завести, чтобы привыкнуть к бычкам. Ага. Еще тетя Маша кенгуру любит. Дай кенгуру ей не надо. Лесом. Она что, жила в Приморье, Камчатка. Она их видала и видала. Ты имеешь в виду лесов или лис? Лесом. Лес, да? Конечно. Я ж не говорю лисом.
колесо. Ударение надо слушать. Кто знает, кто знает. Не надо. Вот. Отдыхающий, правда, шатающийся. Теперь ты понял, Юра, почему называют фермеров из Австралии, mm-hmm. глубинки, redneck? Да. Понял? Мы уже сгораем. Сейчас мы по Патти Роуд поедем, там будут эти, продается. А ты что? Да. Но мы еще не доезжаем до Патти Роуд, еще там, где ресепшн есть. Блин, ты там перед так не вот. Если сжимать на YouTube, получается 1 минута. Ой, я не знаю, там по-разному, у них лимит стоит на один ролик 10 с небольшим минут. Хорошо, а если вообще просто самое сжатое видео? Ну там, в принципе, я даже не знаю, ну, наверное, может быть, мегабайт от 5, вот так вот. Минута. Несколько минут. Ну там 2 мегабайта минута. Где так, да. Ну это сам минимум, наверное. Час 300 мегабайт. Как-то так. Картинка же маленькая. Качество хорошо. Лошадки. Че лошадки? Быки? Это да. Всегда мечтала. Пятерку недооцениваешь. О, кто это? Козы? Козы. Козы. Вау. Олежки на них нету. Или Кайрат. Чуть-чуть.